Казанском федеральном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Мероприятие посетил Асгат Сафаров, руководитель аппарата президента Республики Татарстан, а также помощник президента республики Альбер Гильмудинов. На повестке встречи – избрание председателя совета. В настоящее время в Совете ректоров Республики Татарстан не избран председатель. На протяжении 2022 года я исполнял обязанности как заместитель председателя. И хочу напомнить, опять же, регламентную норму, что решение Совета ректоров Республики Татарстан принимается простым большинством голосов присутствующих членов Совета. То есть мы исходим из 15 голосователей. Совет ректоров вузов Республики Татарстан существует с начала 70-х годов. Его работа направлена на сотрудничество высших учебных заведений в ряде основных направлений. Ведение крупных совместных проектов. В настоящий момент председатель Совета избирается на 5 лет. Путем открытого голосования члены объединения избрали на должность председателя ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина. Уважаемый Ленар Ринатович, поздравляем с избранием. Сфера науки и образования – это очень быстро меняющаяся, действительно, сейчас такая область. И мы находимся и должны очень четко держать руку на пульсе. Потому что время и вызовы нам подсказывают, что стране нужны сейчас не просто прожекты, да, а реальные нужны проекты, которые давали бы, скажем, нашей стране импортозамещение, нашу, так сказать, независимость. Поэтому я думаю, что там много есть о чем поговорить, много, я думаю, что нужно еще сделать. Мы, безусловно, будем и как в прежние годы, значит, проводить эту работу. В дальнейшем планируется организация собраний не только на площадке Казанского федерального университета. Председатель Совета ректоров республики подчеркнул, что встречи будут проводиться не реже одного раза в квартал. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Александр Кузнецов, Универньюз.